System Drawing, по-видимому, лучше не использовать так, как это GDI+. А GDI – это вычисление через процессор CPU, то есть игру через это нормально не сделаешь. Значит, и от WinForms в целом можно отказываться. Для каких-то дополнительных программ для игрового движка можно, но не брать как основное. Скорее буду переходить к Windows Presentation Foundation, WPF. Тест показал, что простенькая анимация грузит 4-ядерный процессор на 10%, а если еще рендерить при событии мыши, то плюс 10%. Отрисовка происходит с искажениями. При установке 70 кадров в секунду, мой компьютер выдал максимум 65. При анализе снятого видео, выясняется, что несмотря на то, что событие отрисовки срабатывало 65 раз в секунду, в реальности отрисовывало в 3-5 раза реже, то есть 12-20 раз в секунду. Тест кораблика будет расположен в папке движка CodeTestBolt на GitHub. Далее я умолкаю.